Привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Лада Гранта. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. На полу в салоне несколько кусков вибро, ну, скажем так, более-менее вибро обработаны. Двери. Так вот, небольшой квадрат по багажнику. На задних арках по небольшому квадрату. Это одни из самых шумных мест автомобиля. Ну, на полу, ну, несколько полосок вибропласта. Владелец жалуется, что шумный автомобиль. Готовим поверхность и поступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Лада Гранта. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Замечательным прокатом валиком. Проклеены задние крылья. Двери проклеили первым слоем вибропласта. 3 мм всего, их 4 будет. Второй слой проклеен. Шумопоглотитель, толщина его 6 мм. Также закончили работы по проклейке пола в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Лада Гранта. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья. Двери проклеили третьим слоем вибропласта, толщина его 2 мм. На обшивку нанесли четвертый заключительный слой, шумопоглотитель, толщина его 15 мм. И закончили работы по проклейке пола в салоне. Остается нам собрать автомобиль, все проверить и отдать владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!